Ребята, всем привет! Я снимаю влог, наконец-таки. Я уже писала в своем инстаграм о том, что была пауза небольшая на канале, но я возобновляю работу. Бывает такое, что лень снимать, и немного силы падают, руки опускаются. Просто много всего происходит в жизни, но камеру не хочется брать. Ну, не знаю почему, такое вот происходит. Теперь я снова готова снимать видео, и много. И сегодня еду на окрашивание, наконец-таки. Прошел уже месяц после моего первого окрашивания. Я вам рассказывала, что мы будем постепенно добавлять блонд. Якобы, чтобы не убить волосы мои, мы решили не сразу покраситься блондинку, а постепенно. Прошел уже месяц. Корни отросли. Хочется добавить еще. Я беру свой волшебный пакетик с моими разными химикатами и еду к Кате. На этот раз мы будем у нее дома краситься, буду тоже снимать весь этот процесс. Сейчас покажу свой пакетик. Волшебный пакет здесь у меня 10%, оксидант или что это? Это 30 и 10. Мы, в общем, смешиваем. И есть у меня еще вот такой порошок. Банка огромная. Пудра осветляющая Вэлла. И мне нужно еще заехать купить фиолетовую такую штуку, которая классно тонирует волосы. И да, кстати, я нарастила ресницы, уже примерно неделя прошла после наращивания. Как обычно, наращивала у Ирочки, своей любимой. Но жалко, что она живет аж в Сарасоте. Мне в Сарасоту ехать примерно час без пробок, а если пробки, это вообще сумасшедший дом. Но ничего, мне так удобно, я к ней приезжаю, у них двухэтажный таунхаус, у нее двое деток. И Сара играет, получается, Ира мне наращивает 2 часа ресницы, и Сара 2 часа там с детьми просто кайфует, они там погодки практически. Ну, веселуха, они нас вообще как бы не трогают сами по себе, там столько игр, столько игрушек, в общем, счастье, полные штаны. Сара уже дождаться не может, когда я снова поеду на наращивание ресниц, чтобы поиграть. Потому что нужен повод, чтобы так далеко ездить. Ира живет в Сарасоте, но ресницы самые лучшие у Иры здесь, в районе Тампа-Бэй, Санкт-Петербурга, Сарасоты и вообще вот этих всех наших районов. Clear Water, Largo, и цена самая дешевая, $50, в наших странах тоже наращивание $50 стоит, так что вот, контакты Иры оставлю, кстати, тоже под видео в описании, если вам не хочется их красить. Знаете, когда я начинаю красить, когда они повыпадают, но уже там через 2 недели, грубо говоря, я уже начинаю подкрашивать реснички и рисовать стрелки. А первую неделю-полторы я хожу вообще просто тени, либо ничего, только ресницы и кайф. Ресницы тонкие, длинненькие. Насчет изгиба я не знаю, не помню. Мы с ней миксовали, это нужно у нее спрашивать, да. Вот за этим тонером я съездила в магазин. Sally Beauty называется магазин. Этот тонер тонирует волосы, он такой, знаете, фиолетовый и хорошо с желтизной работает. В общем, у меня вообще оттенок, вот в принципе, все это время, хоть он и смылся, но очень был такой классный. Привет. Будем добавлять больше блонда. Уря! Я как елочка или как... Ну да. В прошлый раз тоже была хорошая елочка. Ну, в прошлый раз такая поменьше, как будто. Ну, поменьше. Я сегодня побольше, да, уже. Я буду больше блондом. Класс. Предвкушение. Окрашивание бальяш называется. Итак, пока у меня голова красится, Катя разрешила мне поснимать чуть-чуть домик. Мы покажем, как все украшено к Рождеству. Очень красиво. О, камин. Как в кино, настоящие носки. Как здорово. Очень красиво. Молодцы. А елка какая красивая. Вообще. А это вторая елочка. Вообще их 7. 7 елок в доме. Так круто. У меня пока ни одной. Будем думать. Класс, очень красивая. Ну что ж, снова привет всем. Я вчера вернулась слишком поздно домой и не стала снимать результат, потому что было темно. Мы красились примерно 5,5 часов, но я Катю прекрасно понимаю, потому что у меня очень густые волосы. Мне постоянно все об этом твердят. Во-первых, они у меня густые, во-вторых, они длинные. И пока
их прокрасишь, в общем, нужно много-много времени. Я видела, как Катя старалась, она вообще супер, прям очень мне нравится результат. Я буду еще краситься примерно через месяц. Мы постепенно добавляем блонд, чтобы волосы не так сильно травмировались, успели как бы восстанавливаться, приходить в себя. Смотрю на себя на фотографии, где я с темными волосами, вообще себя не узнаю, как будто бы это не я. Я не знаю, почему сейчас так происходит. Я так чувствую, я хочу так покраситься, я хочу иметь такой цвет волос. И я очень довольна. Напишите, как вам результат. В общем, если вам нужны контакты Кати, оставлю под видео. Видите, какие у меня замечательные девчонки. Собираюсь, еду сейчас на учебу, на английский. Я хочу немножко поснимать вам то место, где я обучаюсь английскому языку. Хожу я на английский уже примерно месяц. Мне очень нравится обучение. Во-первых, все в такой легкой форме, лайтовой. Меня никто не напрягает, все улыбаются. И я даже запоминаю от этого больше, что я как бы не боюсь приходить в школу, да, на уроки без напряга все. И поэтому вам в удовольствие учиться. И в кайф. Меня окружают разные люди, конечно же, с разных стран, но это же здорово, мы общаемся, практикуем наш язык. Круто! Я вначале сдала тест, определили мой уровень. У меня 5-й уровень, чтение хуже, чем я воспринимаю listening, ну, слушание. То есть слушание мне намного лучше, потому что я все время с кем-то разговариваю, понимаю, о чем мне говорят, но до конца выразить свои мысли не могу, потому что словарный запас плохой и страшновато разговаривать, но это все поправимо. Вообще всего существует на этом курсе 7 уровней, и по окончанию 7-го уровня вам дают такой сертификат о том, что вы закончили данные курсы, и за счет этих курсов вы можете пойти на работу уже устроиться, где нужен английский, но не супер идеально, но хотя бы базовый. Стоит это очень дешево, примерно $30 за семестр. Это копейки. Это копейки, и пока не вижу смысла идти в какой-то суперунивер и платить там $1000 за семестр, если можно воспользоваться такой услугой. Это как бы государственная, поэтому не так уж и дорого. Принимают там, в принципе, всех. И хотела вам сообщить такую новость, что в декабре выйдет мой бьюти-бокс, который будет распространяться по странам СНГ. Собирают мою коробочку в Казахстане, и скоро я его анонсирую. Хватит всем, будет продаваться на сайте официально, на другом сайте. И еще хочу вам показать, наконец-таки у меня появился стедикам для смартфона. Это такой стабилизатор. Вы часто пишете мне: «Женя, что со съемкой, почему так сильно дергается камера?» Я иногда снимаю на iPhone, и на iPhone почему-то получается слишком резко, потому что в самом iPhone плохой стабилизатор. И я наконец-то заказала себе вот такой вот стабилизатор. И теперь мои видео будут супер плавными, но нужно разобраться, как его настроить. Я сейчас вот как раз-таки изучаю этот момент. Вот такая чудо-техника. Если вам интересно, то я ссылку на стедикам оставлю в описании под этим видео. И, кстати, там сейчас снизилась цена. Вы можете посмотреть ради интереса цену, потому что классное, выгодное предложение. Все, буду настраивать сейчас. Ну что, наконец я показываю вам свои ботфорды. Обалденные, выше колен, по ногам в обтяжку полностью, как чулочки. Бежевые у меня есть и черные. Точно такие же ссылки я оставляю в описании под этим видео. Покупала на ASOS. В общем, на каблуке, по ноге. И вот такие же есть у меня черные, точно такие же. Я безумно рада своей покупке. Единственное, что они будут промокать из-за того, что эта ткань, они сделаны чулком. На сухую погоду, не знаю, на зиму, наверное, вам не подойдут, ну, в странах, где есть снег. Но я просто кайфую вот в этих сапожках. Ну, смотрится волшебно. Длинные сапоги выше колен. Вот представьте, у меня рост 1,80 м, и мне они примерно вот так. В общем, вообще супер смотрится, божественно. И цвет вот этот телесный прям под тело хорошо. А черные тоже, конечно же, шикарные, классика подо все. Вот, так что это мой такой супер крутой улов. И стоят они, в принципе, недорого, эти сапожки. Ссылки оставляю под видео на них, так что заглядывайте. Итак, ребят, у нас уже вечер, скоро будем ложиться спать. Сара хочет пожелать вам спокойной ночи. Да. Итог такой, что мы будем стараться чаще снимать видео, потому что сейчас такие праздники значимые в Америке: Рождество, Новый год.
и подготовка к этим событиям. Здесь, конечно, сумасшедший дом. Будем снимать, стараться. Так что всем спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросики, задавайте. Девочки и мальчики, хочу быстро показать вам приложение, пока спит Сара, и она не слышит. Это приложение бесплатное, можете скачать на Android, я знаю, и на iPhone. Но оно единственное на английском языке. И звонок от Санты, то есть Санта-Клаус будет звонить. Я знаю, что есть такое же приложение на русском языке. Здесь все элементарно. Видите, здесь, ну, тут какие-то функции платные, но, например, звонок бесплатный. Вы настраиваете параметры ребенка здесь. Имя пишете, как оно произносится. Девочка, мальчик, возраст и то, что любит. И настраиваете звоночек. И звонит через некоторое время, типа либо сейчас, либо через минуту, через 10-30. Звонит Санта-Клаус. И начинает разговаривать, там, привет, Сара, я знаю, что тебе 6 лет, тырым-пырым. Здесь даже есть такие настройки, типа, как вела себя в школе сегодня или там вчера, или я знаю, что у тебя там день рождения, или я знаю, что ты в меня не веришь. Классное приложение, но мы еще не звонили. На днях позвоним, и я сниму обязательно это видео вам в YouTube. Посмотрите, как Сара будет разговаривать с Санта-Клаусом. Есть такое же на русском. Ну, не такое же, какое-то другое. Честно, не знаю, знаю только это.